Люся, у Люси, когда она едет к своим родственникам, сразу настроение. Везет. Люська везет корзины. Мы несем с Богданом корзины. Кто там? Люся? Ой, кто? Родственники. Люся. Ну, сегодня у нас 6 рук. Опа, увидели. Люся, слышишь? Родня. Выкуп. Хоть это и не путевая родня, Люся. Но везем выкуп. Все, скажи, как положено. Положено. Значит, положено. Опа! Богдан, опа, вот я. Такая у нас родня. Большая у вас родня. Так что начинайте. Сейчас. Люся. Сеять. Сеятели. Тут, чтоб всем Люся. Досталось. Так, а я на эту кормушечку. Да. А ты на ту кормушечку. Вот, и им обоим. А я бы еще сверху. Это что, я бы еще и сверху кидала. Беременная. Нет, наверное, надо все-таки кидать сверху. Опа! Люся. Опа, чтоб всем досталось. Ага. Опа. Люся, в стаю хочешь? Ты посмотри, наказывает, а? Наказывает молодого. Так, сюда Богдан, туда Влад. Да и для Люськиной семьи. Влад уже наловчился кидать и сверху. Богдан, как ведет себя наша семья против сказочных гамадрил? Наши более дети, кипишные. Дети гор. Это дети да. Гор, но сегодня они прям вот с дедом. Они прям... А потому что сыпется отовсюду много орехов. А я думала, они хотят тебе показать с хорошей стороны. Не думаю. Не думаю. Не эта семья, ты понимаешь? Тут не нашего. Показать. Не запугать. Прилично, что она из порядочной семьи? Да, порядочной. Вряд ли. Так, а молоток вы не брали, чтобы кокосы? Взяли. Бить кокосы. Ну, здесь я не знаю. Подарков ореховый дождь. А это можно прямо в трубу высыпать. Это папе за то, что Доню такую сделал. Хоть и не выкормили, но приняли участие. Смотри, скажи. Мишка смотрит. Мишка завидует. Мы потом Мишке оставим. Не, ну, очень щедрые подарки уже. Орехов, ореховая фабрика. А ты сюда поставь, а то там заденешь. А вон, смотри, можно сюда поставить, тебе удобнее, наверное, будет. Не? Давай я туда эти. О, давай. Ореховый дождь. Они не едят, не поют на них мандарины. Они мандарины каждый день едят. А орехи любят. Ой, Богдан, и орехи, и перепелиные яйца. Перепелиные яйца можно кидать, они не так бьются. Они их даже на лету тут успевают. Но мне нравится, как Люська на всю это смотрит безобразие. Скажи, я не поняла. Значит, я замуж, я отдувайся. Да, а они не слопают. Ага. Меня, значит, говорит, головой об стену, пока я была маленькая. Долбанули. Отказались меня воспитывать. А теперь, скажи, пользуются плодами моей популярности.
Но она не жадничает. Не жадничает. Она не может понять, поймешь, что происходит, откуда это. Даже вот смотри, вот настолько у нас это стая гамадрил, что даже вот когда, казалось бы, много всего, но он их наказывает. Не забирали его еду, что ли? Ну, Вадик, я думаю, что надо пока что бросить, потому что, смотри, они лежат, мы сейчас просто замусорим вольер. Лучше мы потом еще подойдем и еще угостим. Да, Люсь? Все. Поехали. Ой, Люська такая, не знаю, папа, несем красоту в массы. Люська похожа на вот то облако белое на небе, понимаешь? И смотрит, а все равно на семью смотрит. Все равно. Похоже, смотрите, Татьяна, на обезьяну. Я чего-то не вижу. Вот, смотрите, назад чуть отойдите. Вот копия гамадрил. Вот голова. Так, друзья, скажите, кто увидел. Гамадрила. Открытый рот, нос. Вот такая грива. Самец гамадрил. Вот он. Вот. Не знаю, друзья, напишите, кто. Кто видит? Я пока что не вижу. Видите, да? А вот, смотрите. Как будто этот, вот пасть, вот серое облако, это нос. Вот рот. А вот это как у них грива с ушей. Ну ладно, надо быть худой. Ага, нет, увидела. Ты видишь, ну смотрит в ту сторону, влево, да? Нет, смотрит нет? Вправо. А я уже увидела влево, и мне лев кажется белый, с белой гривой. Облака, это дело такое. Люся! Люся! Пошли бить кокосы. Скажи так, скажи, я надеюсь, вы уже все? Скажи, можно поесть спокойно? А где яйцо, да? Не надо яйца. Не надо яйца. Уже все яйца отдали. Уже все отдали. Скажи, поесть спокойно, скажи, можно? Или вы все собираетесь сдать, скажи, этим гамадрилам? А порядочной, она взяла финик себе. Скажи, порядочной обезьяне, скажи, и перекусить ничего не останется после сватовства. А, Люся, сейчас кокосы будем бить. Гости пришли, куют. Так, это я там земельки насыпала хорошие. Так, а может, у этой самой, у Сони? Или где-то здесь сейчас побьем кокосы?